一笑，惊动时间的线条，月色里露出千年一角，天涯外长浪浮现，我在余光中仿佛看见我们在哪儿。也曾像一朵花开，相遇在光阴流上的戏外，也曾痛在Долина цветов? Сянь-Юя, я знал, что ты не бросишь меня. Замолкни. Красавица спасает героя? Круто! Так ты Сюя Сянь-Юя из Долины цветов? Тогда мы не враги. Говорят, что тебя унесла синяя птица Луаняо. Рад, что ты здесь. Значит, я пришел куда нужно. Не скажешь, где госпожа Цинзи? Кто ты такой? Зачем тебе Цинзи? Я Кунмин. Принц Чаны и правитель Ли Цинцюань приказали мне прийти сюда и просить госпожу Цинзи сойти с горы и оказать поддержку Бэй Юаню. Чаны? Ты про ту глупую рыбу? Чаны в Бэй Юане? А где Цзи Юньхэ? Это долгая история. Какой яркий и изменчивый сюжет. Вот только... я немного не понимаю, о чем они вообще говорят. Просто слушай. Не может быть. Цзи Юньхэ не похожа на предателя. Но реальность такова. Она обманула Чаны и хотела его убить. Почему я должна тебе верить? Не неси чушь, иначе я убью тебя. Сянь-Юя, не надо лезть в драку. Глава Цин любит тишину и ненавидит, когда ее тревожат, особенно укротители. Мне кажется, найдется кому прикончить его, когда он придет к ней с пустыми руками. Мне надо было подготовиться. Бесполезно. Глава Цин всегда любила выпить, разве что если ты спустишься с горы и найдешь хорошее вино, а потом поморозишь его в морозной пещере, быть может, ей оно понравится, и она поможет тебе. Но, судя по твоему телосложению, ты не выдержишь в морозной пещере и ночи. Лучше скорее возвращайся домой. Спасибо. Зачем ты ему помог? Может, между Юньхэ и Чаны? Действительно произошло недоразумение, но этот человек не злодей, я ему верю. Сянь-Юя, вставай, идем. Сянь-Юя, послушай. Во-первых, у этого человека не слабая духовная сила, он выдающийся мастер укрощения, но одет просто. Во-вторых, у него грубые черты лица, от него исходит едва уловимый запах трав. Это значит, что он занимается лечебными травами. Скорее всего, он легендарный предатель поместья великого наставника. К тому же, все, что он говорил про Чаны, сходится. Не продолжай. Я сама все выясню про Юньхэ. Сянь-Юя. Сянь-Юя, ты только что спасла меня. Значит, тебе жаль расставаться? Я просто не люблю, когда трогают мои вещи. Твои вещи? Сянь-Юя, ты согласна взять меня? Сянь-Юя, принц, принц! Уже поздно, нам пора. Что за твое мое? На горячую ню все ваше. Да-да, уходим. Вы кое-чего не знаете. Она? Мое наказание за грехи. Наказание? Пока карма не очистится, это будет мешать совершенствованию и разрушит процветание нашего племени. А еще?
мою репутацию. Это не я хочу остаться, это воля небес. Воля небес говорит мне остаться, так что да, Хуань, Сяо Хуань, идите домой. Когда моя карма полностью очистится, я вернусь на гору Чуну. Да, Хуань, оттащи его. Принц не пойдет, и мы не пойдем. Мы поможем вам очистить карму. Да, да. Меня одного хватит. Одного хватит. Принц, не надо стесняться. Сяо Хуань, неси его. Потащили? Не надо. Идем. Ну же. Стойте. Вперед, вперед. Отпустите меня. Принц, вы как раз вовремя. Молодая глава Циньяо очень внимательна. Она приготовила для вас еду. Попробуйте сначала это. Суп с бататом и имбирем устраняет холод и укрепляет ци. Батат? Принц, это вам не по вкусу? Чтобы устранить мороз, нужно просто заняться практикой. Мне не нужны эти вещи. Попроси молодую главу больше не утруждаться. Это лекарство от ран. Потерпи пока. Когда будет подходящий момент, я постараюсь тебя выпустить. Благодарю. Раз вы все равно пришли, может, кое-что обсудим? Говори, не стесняйся. Хоть мы оба хотим расправиться с великим наставником, я делаю вам одолжение. Просто вы каждый раз только приносите мне лекарство от ран. У меня на душе немного. Не волнуйся, я всегда буду хорошо к тебе относиться. Ты хочешь, чтобы я не наказывал Тритона, когда все закончится? Как вы проницательны. Только просьба у меня немного более дерзкая. Говори. У многих заключенных здесь наказание намного превышает их преступление. А некоторых давно пора отпустить. Я прошу вас сохранить им жизнь и отпустить их. Это не маленькая просьба. Я знаю, что слишком многого прошу. Вы согласились? Сейчас не доказать, что великий наставник практикует запретные техники, но внезапные смерти заключенных – это факт. И в последнее время многие слабеют без причины. Ситуацию нельзя недооценивать. У правителя свои трудности. Тебе придется выпустить их тайно. Этот знак поможет тебе в этом деле. Благодарю, Ваше Величество. Есть еще кое-что. Пожалуйста, пообещай мне. Не рань мою сестру. Ваше Величество, я не настолько добра. Я не могу платить за обиды добродетелью. Но если она не будет лезть ко мне, сама на нее нападать я не стану. Ладно, договорились. Ваше Величество, а вы никогда не думали, что наши близкие словно испытание для нас? Победа или поражение не всегда зависит от нас. Что ты хочешь сказать? Ничего, просто странные мысли крутятся в голове. Если какого-то человека мы никогда не сможем изменить, так стоит ли за него держаться или лучше отпустить? Ого, здесь стоит кувшин вина. А я еще думаю, откуда запах?
Не придется тратиться. Чего оно такое ледяное? Кто здесь охлаждает вино? Наверное, уже умер, даже не выпив. Какой аромат! Выхватываешь вино у меня из рук. С девушками не умеешь обращаться. Это я поставил здесь вино. Дядя, ты такой смешной. Когда я вошла, здесь никого не было. Ладно, если это твое вино, позови его. Если оно откликнется, я отдам. Какая ты наглая. Что за чушь? Мне нужно это вино, я не могу тебе его отдать. Вот совпадение. Мне оно тоже нужно, поэтому я тоже не отдам. Почему дверь закрылась? Плохо. Наверное, госпожа Цинзи установила здесь механизм. Если что-то происходит в пещере, дверь закрывается. Боюсь, ее можно открыть только снаружи. И что теперь? Отвечай! Поверить не могу, что я... Бесполезно. Что бесполезно? Мог бы и помочь. Придумал охлаждать тут вино. И еще и меня ударил. Зачем ты здесь? Найти кое-кого. Найти? Вот совпадение. Я тоже. А кого? А ты кого? Это долго рассказывать. Мою хозяйку держат в темнице, и я пришла искать помощь. Фамилия твоей хозяйки случайно не Дзи? Откуда ты знаешь? Так ты демон-слуга Дзи Юньхэ? Да-да, это я. А ты... Я пришел от Чан И. Чан И? Он же вроде в Бэйюане. Получается, ты тоже ищешь синюю птицу Луаньяо? Слушай, так мы зря ругались. Мы с тобой свои люди, почти родственники. Ну а раз мы свои, может, ты не будешь тут сидеть? Помоги открыть дверь. Какой я тебе родственник? Не надо меня так называть. Советую тебе не заниматься бесполезными вещами. Когда Ли Шуйси и Сан Юэ заметят, придут нам на помощь. Сан Юэ тоже здесь? Раньше бы сказал. Я столько духовной силы потратила. Ли Шу? Ли Шу здесь? Он не умер? Он тогда не умер. Расскажи, что там произошло? А? Слушай, демоны-слуги у нас в долине мастера по части прикинуться мертвым. Сыюй, Ли Шу. Может, и я так смогу? Прикинусь мертвой. Все, я умерла. Полегче, Сяо Хуань. Отпусти меня. Осторожнее давай. Не волнуйтесь, я не устал. Отпусти меня. Мне без разницы, устал ты или нет. Я тебя сейчас как принц приказываю отпустить. Вот так. Не волнуйтесь, принц. Мы поможем вам очистить карму. Не надо. Для вас здесь нет места для жилья. Принц, наш дом — гора Чуну. Гора Лэйю тоже гора, везде все одинаково. Мы отлично умеем забираться в горы, правда? Точно. Не переживайте, принц, мы сможем позаботиться о себе. Небо будет нам крышей, а земля — циновкой. Не волнуйтесь. Способные они, конечно. Идемте.
Что ты делаешь? Греюсь. Ты слышал, что смертные обнимаются, чтобы согреться? Однажды Юньхэ спала, обнявшись с Чан И. Сказала, что ей было тепло и спокойно. Вот значит, какие у нее трюки. Злой рок какой-то. Что ты там бормочешь? Тебе тоже холодно, да? И мне холодно. Давай погреемся. Не надо. Я не Чан И. И мы с тобой не такие, как они. Чем же мы отличаемся? Они мужчина и женщина. А мы что, нет? Юньхэ всегда говорит, что любит Чан И. Но что такое любовь? Ее можно съесть? Или обменять на камни? Если любовь сможет согреть меня, могу и тебя полюбить. Будешь продолжать нести околесицу? И я сделаю огонь из твоего источника жизни. Я уже больше не могу. Никогда не встречала такого упрямца. Это вино для Цинзи. Я запрещаю его пить. Мы на пороге смерти. Нельзя сделать исключение. Это ради великого дела. Я не потерплю и малейшей оплошности. Ты умрешь от холода до завершения своего великого дела. Ради своих убеждений можно даже умереть. Цзи Юньхэ не учила тебя такому? У нас нет таких убеждений. Мы живем по-простому. Купим духовные камни, чтобы купить себе остров. Так и знал. Какая хозяйка, такая и служанка. Только о выгоде и думаете. Почему ты так говоришь? Цзи Юньхэ предала Чан И. Ради своих перспектив. Такого не было. Она хотела отпустить Чан И. Но она пыталась его убить. У нее были причины. Тогда скажи мне, ты была на скале в тот день? Ты знаешь, какие жестокие вещи она наговорила Чан И и как жестоко с ним поступила? Откуда ты знаешь, что она и тебе не врет? Хоть меня там и не было, я ей просто верю. Я не собираюсь тебя переубеждать. Ладно, давай про их дела поговорим потом. А сейчас... Не можешь поделиться со мной своей духовной силой? Что ты собралась сделать? Что с тобой? Очнись! Ну все, я пью. Какое крепкое. Юньхэ говорила, жизнь штука тяжелая. И за свою жизнь нужно нести ответственность. Так что забудь про вино. Главное выжить. Ого, с вином стало теплее. Хочешь попробовать? Я помогу. Ничего себе. Правда такое крепкое? Хорошо тебе.
Заснул и не холодно. Какой теплый. Тепленький. Твоя энергия, Ян, сама появилась? Ну, раз появилась, можно ей воспользоваться. Молчание – знак согласия. Тепло. Тепло. Ты... Зачем ты толкнул меня? Совсем не умеешь обращаться с дамами. Я... Как же больно. Ты, что ты со мной сделала? А ты не знаешь, что я с тобой сделала? Сам посмотри. Это неправда. Это все видение. Все видение. Этого нет. Нет! Сан-Юя, плохие дела. В морозной пещере есть механизм. Если Кунмин застрял, там надежды на лучшее мало. Кунмин! Кунмин! Я попробую открыть эту дверь. Ладно. Будь осторожна, Сан-Юя. Сан-Юя! Ты просто невероятна. Командир Сюэ, ты здесь? Ло Цзиньсан, что ты здесь делаешь? Вы это... А, меня прислала Юньхэ. Сказала найти госпожу Цинзи. Кто же знал, что я наткнусь на такого болвана? Забрал у меня вино. Пришлось проторчать здесь всю ночь. Хочешь сказать, ты была наедине с Кунмином в морозной пещере целую ночь? Да. Кунмин? Так тебя зовут Кунмин? Не подходи. Имя такое красивое, а сам грубиян. Ужасный грубиян. В морозной пещере мороз продирает до костей. Обычные демоны-слуги и часа тут не выдержат, не то что целую ночь. Да, я вижу в нем много пыла. Да, он очень горячий. Я напоила его вином, и энергия Яна из него как вылетела. Он был горячий, как печка. Довольно. Ты что такое несешь? Нечего меня ругать. Ночью ты был вполне доволен. Чего это сегодня вдруг? Замолчи уже. Не буду. Не надо было меня скидывать. Чего смеетесь? Тоже думаете, что Греция – это весело? Лишу, хорошо же ты прикинулся мертвым. А мы из-за тебя так грустили. А вы с командиром Сюэ, оказывается, уже живете вместе? Было бы здорово.
если бы это было так. А? Давно не виделись. Что-то я не припомню, чтобы у тебя на лице веснушки были. А что там на лице? Сплошное уродство. Ты выпила все вино? Как теперь просить Синзи сойти с горы? Ты... Подумаешь, кувшин вина. Раз я его выпила, мне и отвечать. Этому меня Юньхэ научила. Прекрасно. Хотите напоить меня пустым кувшином? Вы что, надо мной издеваетесь? Подумаешь, кувшин вина. Я Ло Цзиньсан. Умею делать все, что когда-либо ела или пила. Вот, смотрите. Глупый кот, отойди. Госпожа, я не буду пить это вино. Глава Цин. Когда вино напоминает прошлое, от него не захмелеешь. Зачем тогда его пить? Ну, вы даже не попробовали. А, я поняла. Вы просто испугались. Я Цинзы никогда ничего не боялась. Ну ладно. Если я смогу захмелеть от твоего вина, я спущусь с горы. Но если не захмелею, вы и шага не сделаете на гору Лэю. Госпожа, подумайте дважды. Пойдет. Ты. Хорошо. Сэн Юя, держи, я помыл. Это... Господин Кунмин. Неужто... Ты вспоминаешь прошлые ночи? Прекрати нести чушь. Они уже полдня там пьют. Ло Цзиньсан искусна в таком деле? Тебе-то лучше знать, искусна она или нет. Я только вчера с ней познакомился. Откуда мне знать? Она вчера ночью с тобой выпила целый кувшин вина. Тут либо вино некрепкое получается, либо Ло хорошо умеет пить. Как думаешь, какой вариант правильный? Думаешь, что всех, как и тебя, заботят всякие пустяки? Нам сейчас нужно думать, как нам убедить Синзи, если мы проиграем. Ло Цзиньсан только кажется бесполезной, но она переняла мастерство Цзи Юньхэ. Возможно, из всех нас победит именно она. Вот сейчас и посмотрим на способности Ло Цзиньсан.
Девочка, ты проиграешь. От этого вина не захмелеешь. И не забудешь печаль. Постойте. Это последняя чарка. Нужно добавить штрих. Перебродившая каша? Эта сладкая ерунда поможет захмелеть? Юньхэ говорила, что точно поможет. Она не разбирается в вине. Это вы не разбираетесь. Вы просто пьяница, только портите вино. И как же я его порчу? Это вино я сделала из эфира злаков и цветов. Вы пьете его, чтобы забыть прошлое. А это перевод продуктов. Когда Юньхэ пила вино, она выпивала последнюю чарку и засыпала. Она говорила, что после пробуждения у нее появляются силы говорить то, что хочется, но она не решалась. И делать то, что хочется, но на что она не решалась. Вот так нужно топить печаль. Ну что за девчонка? Вчера ты выпила весь кувшин вина. И что сделала хорошего, чтобы поучать меня? Зато мне было тепло. Мы ушли от темы. Я для себя давно решила, неважно, согласитесь вы помочь или нет, я сделаю все, чтобы спасти Юньхэ. Если ты не можешь делать то, что тебе хочется, какой тогда смысл жить? Я так давно погружаюсь в мечты с помощью вина, но что я сделала хорошего? Хвалилась, что свободная. Но оказалось, что какая-то девчонка понимает жизнь лучше меня. Девочка, мне не интересно, что творится в мире, но твое вино мне понравилось. Цзи Юньхэ хорошо тебя обучила. Конечно. Скажи им, что мы отправляемся завтра. Правда? Спасибо, госпожа! О чем-нибудь договорилась с главой Тин? Да, она согласилась. А я же говорил, что получится. Ты говорил. Я всегда согласен с тем, что ты говоришь. Какая разница, кто сказал? Ты в порядке? Немножко нет. Много выпила, голова болит. Ло Цзиньсан, ты куда? Что-то мне кажется, ее бабочка стала белее. Вдруг с ней что-то случилось. Красавица! Неужели ты Ло Цзиньсан? А где веснушки? Энергия Ян рождает все живое. Я поняла. Наверное, Юньхэ тоже из-за этого не может забыть Чаны. Какая же ты красотка! Ты протрезвела? Нам нужно... поговорить о вчерашнем. Кунмин! Кунмин! Ты полон энергии и сил. Я тобой восхищаюсь. Сама судьба свела нас вместе. Передашь мне еще свою духовную силу? Только на этот раз подольше. Ло Цзиньсан, не шути так больше, ладно? Я не шучу. Я серьезно. Посмотри на меня. Я серьезно. Какой же пылкий нрав у демона-слуги Цзи Юньхэ.
Хватит. Считай, что вчерашнее было ошибкой. Ошибкой. Давай разойдемся. Как я могу считать это ошибкой? Я не могу взять твою энергию, не отплатив. Я возьму ответственность на себя. Слушай, у меня есть много духовных камней. Когда мы поселимся на острове, будешь жить в свое удовольствие. Я щедрая? Да-да, щедрая. Даже слишком. Ло Цзиньсан, ты можешь сейчас стоять на ногах? Не могу. Такое ощущение, что это она прилипла к господину Кунмину. Будешь продолжать, я опять тебя в полет отправлю. Ты не станешь. Ты только на вид жестокий, а в душе мягкий. Как думаешь, его надо спасать или нет? Ло Цзиньсан. Я здесь. Ты говорила Юньхэ на горе Лутай. Госпожа Цзи будет противостоять наставнику. Пойдешь со мной спасать Юньхэ? О главном ты и забыла. Конечно, пойду. Спасать. Идем. Сан Юэ, я с вами. Ты иди с госпожой. Но я хочу... Сан Юэ так и не хочет открывать мне свое сердце. Мы оба здоровые мужики. Но из-за женщин потеряли покой. И ничего с этим не можем поделать. Бедолаги, что сказать. Хватит нести всякую чушь. Когда проснется госпожа Цинзи, мы сразу отправимся на морозное плато. Мы тоже пойдем, да! Куда это вы пойдете? Если мы уйдем, кто останется на горе Лаю? Вернувшись, я вижу хоть одну пылинку, протру вами полы. Я... И еще, хватит подслушивать. В этих книгах есть рассказы о необычайном. Посмотри, на севере есть знатная семья. Глава семьи и его жена умерли в одну ночь. Они словно уснули. Многие считают, что это проделки нечистой силы. Но автор книги провел расследование и считает, что к смерти их привел уголь в непроветриваемом помещении. Автор назвал это отравлением углем. Смертные многие непонятные вещи принимают за проделки нечистой силы. Им проще закрыть глаза на что-то необъяснимое. Редко попадается кто-то, кто узнает правду и записывает это в книгу. Хотя в конечном итоге ее мало кто прочитает. Она относится ко всему серьезно. Она? Вижу, вы все отлично устроили в Бэйюане. У тебя уже десятки тысяч демонов. Большая армия собралась. Меня много лет держали в пещере беспорочности. Здоровье уже не то, что прежде. Это все заслуга принца Чаны. Он вернул Бэйюань к жизни и объединил всех. Ну что вы, я не заслужил. Лучше прими его похвалу. Давайте ближе к делу. Зачем вы просили меня спуститься? Какой у вас план? Мы разделимся на три группы. Первая группа – это вы. Ваша задача – выманить великого наставника с горы Лутай. Выиграть как можно больше времени. Вторая – господин Кунмин возьмет на себя командование Бэйюанем, укрепит тыл и будет нашим подкреплением. Третья – я возьму людей и выдвинусь к поместью великого наставника, чтобы спасти томящихся там демонов. Чаны, что за идиотский план? Если решили биться, нужно одним махом объединить все силы. Хотя сейчас в Бэйюане у нас много людей, но половина из них пришла в Бэйюань издалека. Есть больные и раненые, им нужен отдых. Так что нельзя брать всех. К тому же, Шуньдэ мечтает заполучить Бэйюань. Если оставим пустым опорный пункт и оголим тыл, может произойти внезапная атака. Одно неверное движение, и Бэйюань попадет в руки Шуньдэ. Тогда оставайся здесь, а я нападу на поместье великого наставника. Я должен пойти туда. Почему? Потому что у меня есть способности. Цифан, не спорь с Чаны. Чаны, поход на поместье великого наставника опасен. Я пойду вместе с тобой, чтобы показать нашу решительность. Благодарю, правитель Лис. Правитель Лис, я бывал на горе Лутай.
и хорошо там ориентируюсь. Надеюсь, вы согласитесь и во всем будете слушать меня. Хорошо. Ты главнокомандующий Бэйюаня. Естественно, мы должны тебя слушать. Интересно, что там происходит? Договорились? Госпожа Цинзи согласилась помочь, а потом я выйду с войском. Ладно, поговорили о деле, а теперь давайте о личном. После расставания в Долине Цветов я часто о тебе вспоминал. А ты, услышав о моей смерти, хоть слезу проронил? Нет. Просто не признаешься. Но я рад снова встретиться с тобой. Ладно, я вместе с тобой пойду на гору Лутай. Как хочешь. Кстати, Чаны. Памятный предмет. Если встретишь там бессмертного Чан Юя, покажи ему это. Возможно, он отпустит тебя. Если по дороге будет меньше препятствий, будет лучше. Благодарю. Принц Чаны. У кого-то появились воздыхатели. Счастливо оставаться. Пойдем. Принц Чаны, ты хочешь отправиться на гору Лутай, чтобы вызвали демонов, или у тебя другая цель? Нет, не выдумывай. Я вижу по твоим глазам, что ты что-то скрываешь. Беспокоишься о ком-то? Можешь сказать мне, мы что-нибудь придумаем. Молодая глава, я благодарен тебе за заботу. Ты мне очень поможешь, если позаботишься о правителе Лис и укрепишь боевой дух армии.没说。